Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». И сегодня у нас очередное видео в рубрике «Обзор товаров». В этом видео мы сегодня расскажем о катушке Anaconda Jungle KAJN 7000. Это катушка с большой алюминиевой шпулей, с мгновенным антиреверсом, с бейтранером и с сигнализатором, друзья. Начнем с того, что у нее стильная камуфляжная окраска. И, в принципе, как для катушки с бейтранером и сигнализатором, она достаточно компактна и имеет небольшой вес. Поэтому может использоваться как для фидерной ловли, так и для карповой. У катушки глубокая алюминиевая шпуля. То есть это достаточно удобно, когда вы завозите прикормку и наживку корабликом далеко от берега. И можно делать достаточно дальний силовой заброс. Звуковой и световой сигнализатор встроен в корпус катушки. Это экономит время, особенно в начале рыбалки, когда вы раскладываете родпод. И нам не нужно прикручивать и настраивать отдельно сигнализаторы. Также это очень удобно в конце рыбалки, когда нужно раскручивать и отдельно укладывать сигнализаторы. Особенно эта функция ценна для ловли с лодки. Как она включается, друзья? Значит, для того, чтобы ее включить, нужно поставить переключатель в режим стопора обратного входа, включение стопора обратного входа. Вот, вы слышали такой сигнал. После этого включаем бейтранер. Наша катушка уже готова к работе, то есть сигнализатор включен. И когда у нас идет поклевка рыбы, то подается световой и звуковой сигнал. Далее, друзья, тут еще одна есть особенность этой катушки. Вот такое пластиковое кольцо, которое своими выступами вставлено в направляющие лесоукладывателя. Видите, да? Вот это, они не позволяют леске обматываться вокруг шпули вот там. Обычно как застреет, и потом необходимо снимать, получается, шпулю, чтобы достать леску. Передний фрикцион достаточно длинный. Это поможет вам плавно настроить его при вываживании рыбы. Стопор обратного хода работает без нареканий, он мгновенный. Ход катушки плавный. Шпуля вмещает лески 0,37 280 метров, 0,4 260 и 0,44 200 метров. Собрано, в принципе, качественно. Тут никаких люфтов таких нет, я их не вижу. Что в главной паре, что в штоке, в принципе, нормально. Ну, тут в самой шпуле так оно, в принципе, должно ходить технологически. А здесь нормально все, собрано нормально. Ручка переставляется как слева направо, так справа налево. В принципе, достаточно интересный вариант. Качественная и надежная катушка. Самое главное, цена, друзья, этой катушки ниже по сравнению с аналогами других достойных фирм. В конце видео хочу, друзья, вам напомнить неизменное правило магазина klyova.com.ua. Если вы нашли такой же товар дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.